Гражданина Грузии, пострадавшего при столкновении двух судов на Кашагане, готовят к отправке на лечение за границу. Напомню, ЧП произошло поздно ночью, 9 июня. Одно из судов, задействованных в освоении морского месторождения, столкнулось с баржей, стоящей на якоре. Пострадали два члена экипажа и пассажир судна. Санитарным вертолетом их доставили в областную больницу. Пострадавшего 24-летнего гражданина нашей страны врачи уже отпустили домой. Более серьезные травмы получили два гражданина Грузии. Один из них помещен в отделение травматологии. Также серьезно пострадал механик судна. Сейчас он находится в реанимации. Общее состояние больного стабильно, тяжелое. На данный момент пациент получает симптоматическое консервативное лечение. Готовим по линии страховой компании дальнейшее лечение за рубеж. Люди, находившиеся на барже, с которой столкнулось судно, не пострадали. Обстоятельства ЧП выясняются.